28 октября в администрацию Каспийска обратились собственники жилья многоквартирного дома по адресу улица Омарова, дом 13. Местных жителей беспокоит отсутствие газа в квартирах. Общедомовое заселение состоялось еще в 2012 году, и прежде с подачей ресурсов проблем не возникало. До недавних пор. Когда жильцы приняли решение о смене управляющей организации, жилой объект в одночасье оказался отключен от теплоснабжения. Мы обратились с проблемой, потому что у нас 15 числа отключили газ. В связи с этим у нас дома очень холодно, нет горячей воды, нет отопления. В домах выше в квартирах уже проявляется плесень. Есть некоторые, которые уже лежат в больницах. Двое человек, я как знаю, уже в больницах лежат, пневмонии от холода. Хотя у нас полностью есть оплаченные чеки, где мы ежемесячно полностью все оплачивали. Не так давно на смену управляющей организации «Восход» многоквартирный дом взяла под свое крыло компания «Салют-1». Как выяснилось позже, при данном переходе ресурсоснабжающая компания отменила договор на подачу газа. Уведомить о расторжении нового управляющего не удосужилась ни одна из сторон. Замене управляющей компании старый договор был аннулирован. Новая управляющая компания не успела заключить договор и выполнить условия «Газпром Межрегион Газа». Данные условия были такие, чтобы в каждом доме был установлен общедомовой газовый счетчик. Межрегион Газа расторг договор с бывшей управляющей компанией, и мы на данном этапе сейчас по замене счетчика и собираемости документа, так как они отсутствовали, их ни одного документа не оказалось, и не предоставляли мне ни одного документа, чтобы и управляющей компании пришлось все заново собирать эти документы. Сбор документов на новый счетчик руководитель компании планирует произвести не позднее одной рабочей недели. Управление жилищно-коммунального хозяйства уже передало соответствующее предписание на ускорение данного процесса. Ведь при учете обстоятельств и температурного режима за окном время для жителей этого дома идет на секунды. Вот сейчас многие докупили печки, потому что холодно, начинают включать и уже не выдерживают наше электричество. Между тем, претензий у собственников квартир к управляющей компании нет. На данном этапе вопрос упирается в бюрократическую волокиту, и местные жители готовы проявить терпение в ожидании тепла.